Мы с вами находимся тоже в Санта-Крус. Вы видите океан на балкончике дома. Дом этот стоит 2 миллиона долларов. Ему 16 лет. Мы сейчас на него посмотрим более пристально. Но вот это фактически что третий дом от океана. И здесь мило. Что ж тут скажешь-то? Мило. Вот там внизу значок, говорит, там продается. Когда вы ходите по дому, то ощущение такое, что он помоложе. Ну, слушайте, там на крыше, видите, что творится на крыше? То есть можно туда, наверное, тоже выбраться и там, не знаю, рюмочку принять. Да, ну, пошли внутрь. Так, мы на втором этаже, тут два этажа, это второй. Так, вот мы тут на втором этаже, там риэлтор. Вот. Видите, как красиво тут сидишь в комнате, вот там океан. Тут у них, ну, покушать можно, но океана здесь уже не так видно, скорее, так скажем, совсем не видно. Хотя, может быть, если вот в ту сторону. Ну ладно, так, покушали. Так, это вниз ведет. Лестница вниз. Так, сейчас туда пойдем. Да, я спросил у риэлтора вот насчет той площадочки наверху. Он говорит, ну да, говорит, там площадка 1,5 на 1,5 метра. И мы, говорит, туда не пускаем людей, которые приходят на open house, чтобы никто не выпал. Так, тут кухня. Ну, давайте глянем на кухню. Там радио играет, мне не очень это нравится. Я знаю, что YouTube может за это сделать нам. Вот, подумает, что мы специально музыку наложили. А мы-то ведь из лучших чувств. Вообще, я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот эти деревянные рамы. Это дорогие рамы. Это не то, что там пластик там, или металл. Это хорошее, качественное такое изделие. И там тоже маленький балкончик есть. И вот даже вот эти дверки. Они тоже деревянные, видите? Здесь так с любовью к дереву сделано. Так, идем дальше. Это мастер-бедрум, друзья. Это мастер-бедрум, хороший, просторный мастер-бедрум с видом на океан. Вот эти окна тоже, видите, так на углах сделано, чтобы больше простора было. Вот тут, на этом углу и на этом углу тоже вот они так эти окна сделали. Богато. Богато сделано. Потолки вот высокие. Касидрал. Хорошо. Значит, идем. Ну, раз мастер-бедрум, значит, должен быть walk-in closet. Вот он. Вот эти вот полочки, это кедр. Это вы когда привыкаете, вы уже сразу так их распознаете. Так, навскидку. Это кедр. Кедр прогоняет моль. Вот это очень принято здесь. В шкафах на пол кладут и так вот полочки делают. А вот у нас, ну, мастер-бат. Тут вот зеркало большое, в котором вы видите голос Силиконовой долины. Вот. И, соответственно, ванная, она же джакузька. Так. Стекло с нанесенной такой изморозью, чтобы соседи не подглядывали за вашим телом. Вот тут, соответственно, душ, туалетик. Ну, вот так все мило. Главное, что просторно. Дело даже не столько вот в этом мраморе на полу, сколько в просторе. Так. И тут еще платяной шкафчик тоже есть. Тоже из кедра все. Скажем, нет моли, проникающей в наши платяные шкафы. Так вот, можно сказать. Да, кухня. Мы здесь уже были, туалетик. И мы возвращаемся туда, где мы оставили Светлану. Вот мы по лестнице движемся вниз. Так. И давайте посмотрим, что у нас внизу. Ну, это вот вход. Входная дверь. Видите, обувь лежит сразу рядом здесь. Вот. Это у них бедрум. Хотя обычно, я бы сказал, на этом месте был бы не бедрум, а на этом месте был бы кабинет.
Но вот, может, если я сделаю кабинет, это правда. Но вот, вот эти вот дверки, шкафчик платяной, это как бы признак бедрума, а не кабинета. Так, пойдем. Здесь широко, тут широкие проходы. Это признак как бы хорошего современного дома. Вот еще один бедрум. Ох ты! С иллюминатором таким цветным вообще. С ума сойти. Так. Светлана, что ты скажешь про этот дом, пока вот я первый этаж показываю? Ты знаешь, я вот думаю, что дом очень симпатичный, так хорошо сделан. Да. Ну, во-первых, ну вот 2 миллиона как-то. Меня смущает вот это абсолютно. То есть я, например, не хочу ходить на свою кухню с покупками на второй этаж. Вот это меня очень сильно смущает. Конечно, оттуда вид потрясающий, отсюда нету вида. Но да. Это как бы специфика. Это для сушилки-стиралки здесь. Да. Помещение. Местная специфика, но, предохранители. То есть тебе не нравится двухэтажность, мне вот эта? Да. А мы на самом деле всегда жили в одном уровне. Ну, да. Как это наши такие приоритеты. Так, ну это похоже на living room. Это такая, да, living room. Смотри-ка, камин. Очаровательный совершенно камин. Ты посмотри на него, как он. Я сейчас сверху погляжу, вот так вот вам покажу. Вот, там дерево, камень. Очень, очень мило. Так. Так. И там еще куда-то вот пошла. А, ну там гараж. Вот тут у них дек, там ступенечки вниз, и там гараж. Отдельно он от дома. То есть тут два мастер-свита вообще. Да. Внизу и наверху. Да. Ну он сказал, что они сдавали это за 5000 в месяц. Сдавали первый этаж или все сдавали? Вообще все сдавали на 5000 в месяц, где было трое детей, двое собак. И дом был в ужасном состоянии, они все перекрасили. Ой-ой-ой. Починили там. А мне он сказал, я говорю, дом в замечательном состоянии. Он говорит, да, говорит, дом хорошо поддерживали, сказали он. Эти, друзья, как расходятся показания одного риэлтора, разговаривающего с двумя разными людьми. Ну, вот так. Хотя вот, конечно, меня, например, немножко напрягает вот это вот, вот смотрите, в окно, да, вот тут, вот уже сосед тут со всеми делами, и он там даже ходит, вон, что-то там поливает экономными технологиями там свои растения. Так, ну что, Светлана, есть еще что-то из замечаний по хозяйству? Я смотрю, что я в таком доме не хотела бы жить. Правда? Mm-hmm. Потому что он красивый он вроде. Он красивый, но как бы не мой. Да. Ну ладно. Тогда, знаешь что, тогда оставим его хозяевам mm-hmm. и пойдем по своим делам. Наша задача была ребятам показать, что, где и почем mm-hmm. Санта-Крус. И здесь нет того дурдома, что у нас в Кремниевой долине. Нет, ну, конечно, здесь цены высокие, но это прямо океан, это наценка на это. Я думаю, что он бы и год назад примерно с такой же стороны. Да, я тоже думаю, что он не стоил бы дороже. И кроме того, я думаю, что немножко от океана подальше отъехать, и там будет вполне reasonable цены. Ну вот если отъехать там, не знаю, 5 минут от океана. Понимаешь историю? Если он стоит 2 миллиона, а сдается за 5 тысяч, маловато будет. Маловато будет. То, можно за 1.5 миллиона сдать такое, что сдается вот за 6, за 7. Нет, вот мы были только что в доме, да, да. И действительно, реально там в гараже сделана студия, и там внизу 2 бедрума, и наверху еще 1 бедрум, угу. И все вместе получается 7 тысяч, а стоило нам 1.5 миллиона, да. 1.6 миллиона. Поэтому нет смысла за 2 миллиона покупать то, что конечно. Сдается. Ну, с точки зрения именно вот покупки да. на сдачу. Да. А кроме того, да. большой дом тяжело сдать, когда у тебя маленькие, в основном люди там, ну, 3 человека, ну, 4 человека, угу. редко, когда такая большая семья, и ты много не получишь. Угу. А? Когда у тебя юниты вот именно по 2 бедрума, по 3, поэтому такие маленькие. Ну, поэтому же они их и бьют на кусочки, чтобы угу. легче сдавалось. Ну, да, да, да. Хорошо, Света, пошли. Угу. Обычно мы показали бы внешний вид в начале, но вот мы в конце покажем вот этот дом, в который мы сейчас ходили. Вот он со знаками. Так выглядит. А вот рядом тоже очень симпатичное все. И еще рядом. И в общем, все, да. Все по-своему симпатично, да. Ну, если действительно задаться вопросом, где же океан, вроде так мы близко, значит, вот, пожалуйста, вот и океан.